канале Bitaki Dolls. И сегодня у меня распаковка посылки с куклами из США. Я заказала их на разных сайтах, и все вместе вот они мне сегодня пришли. Тут целых 5 килограмм. Не все из этого мои куклы, кое-что еще, но об этом позже, когда уже будем распаковывать. Честно говоря, даже не знаю, с какой стороны подобраться к ней. Ну, давайте начнем. Это мой первый опыт покупки кукол напрямую из США, поэтому очень волновалась, как все ли придет целеньким. И первое, что я достаю, огромная коробка на самом деле, я не ожидала, что она будет такой большой. И это Holiday Barbie 93-го года. Обожаю Holiday линейку, особенно стареньких. Они в очень пышных, красивых платьях. У меня есть в белом, серебристом платье Holiday Barbie 92-го года, и я решила, что ей нужна подружка. И вот эта вот девочка в красном платье очень напоминает мне куклу из моего детства, поэтому я ее, конечно же, взяла. Достаю следующую упаковку, и это, ах, чуть-чуть помялась, но не страшно. Это наборы одежды для Барби из серии Puma. Вообще я не любитель фэшн-пэков Барби, потому что они довольно простенько сделаны, но Puma меня просто восхитила. Наверное, я буду их немножко переделывать, потому что они на липучках. На свои куклы я не надеваю одежду на липучках, потому что они портят волосы. И, наверное, просто буду переделывать там, где это нужно, на кнопочки. Но в целом, особенно вот это платье меня просто покорило. Вообще, на самом деле, когда заказываешь что-то в интернет-магазине, кажется, что все намного меньше. Потому что я думала, что вот эти коробки, они... Ну, раза в полтора меньше, чем я сейчас вижу. Поэтому очень удивилась, когда выяснилось, что моя посылка 5 килограмм. О, это я... Очень хотела, очень ждала, очень давно слежу за этой куклой. Ее ценник довольно кусачий на eBay, но мне повезло. То есть, если обычно этот набор, это первая кукла Барби и два наряда для нее тоже, одни из первых 60-х годов. Этот набор выходил к 35-летию куклы Барби, то есть он уже старый. И этот набор обычно продается на eBay в районе $100. И мне повезло, я взяла ее за $58. Очень переживала, что что-то с ней будет не так. Но нет, с ней все прекрасно. Ничего не случилось, даже кожаные детали все целые. И сумочки, и ремешки. Ничего не случилось, ничего не потемнело. Но обязательно будем разглядывать ее вблизи, я обязательно буду снимать обзор на эту куклу. И здесь есть бонус, я не была уверена, есть ли он в этой кукле. Выходили еще другие наборы, просто кукол в купальнике, без дополнительных аутфитов. И к ним прилагалась старенькая коробка, в которой и была эта кукла в 59-м году. Я не была уверена, что у этого набора эта коробка есть, но сейчас вижу сбоку, что да, она есть. Это очень здорово, потому что я уже думала, может быть, купить еще одну без дополнительных нарядов, чтобы у меня была эта старая коробка. Вот такая красота.
А вот здесь все наоборот. Я думала, что эта коробка будет очень большой. Она довольно узкая и не такая огромная. Это прям счастье. Я очень рада, что она у меня есть. О, здесь немного повредилось. Сейчас я попробую это исправить. Красиво вам показать. И это еще одна Holiday Barbie. Она уже 97-го года. Но вот эти вот ленточки красные с золотом, для меня это что-то очень новогоднее. Поэтому я ее тоже очень хотела. И уже другая коробка. И тоже распакуем, тоже обязательно вместе посмотрим. Такая маленькая непримечательная коробочка, но это самое дорогое, что есть в этой посылке, потому что это кукла Integrity Toys, и это новиночка, это Poppy Parker Hello New York. Сейчас открою шиппинговую коробку, она выглядит уже не очень презентабельно, потому что в ней же я отправила другой продавец. В бумажке. Ой, очень тяжело достаются всегда куколки Integrity во всех смыслах этого слова. Бумажка. Бумажка нам не нужна. Вот такая шикарная коробка с ручкой. Чемоданчик. Очень волнительный момент. Очень-очень боялась, что с ней будет что-то не так. Потому что кукла довольно дорогая. Она стоит $145. И ужасно боялась, что что-то с печатью, что что-то криво нарисовано, кривые глаза, не знаю, выпавшие волосы, кривые губы. Но нет, все идеально. Очень красивая кукла. На нее, конечно же, обязательно будет обзор. Совсем скоро. Наверное, первый обзор, который я сниму. Ужасно рада, но закрою и до обзора не будем смотреть на нее. И в этой посылке есть еще три вещи, которые я заказывала не для себя, а для моего мужа, который тоже является коллекционером. И он собирает фигурки по разным фильмам. И здесь вот такие три фигурки. Это раз. Не буду вскрывать, пускай сам вскрывает. Она по пятнице 13. Это постер, 3D постер. И третья очень-очень старая вещь. Это из пиратов Карибского моря. Один из пиратов. Так как он был в состоянии БУ, поэтому он вот так выглядит. Если вам интересно посмотреть на фигурки, эти, не только эти, но еще огромное количество других, порядка 300 сейчас, то пройдите в Инстаграме, я обязательно оставлю ссылку на его Инстаграм, где он выкладывает видео и фото своей коллекции. Вместе с куклами мне пришла еще одна посылка, это посылка из AliExpress, тоже ее открою вместе с вами, там точно что-то кукольное, здесь сразу несколько посылок. Кстати, это очень удобно, мне очень нравится, что то ли наша почта, то ли сам AliExpress, то ли таможня начали делать вот так, то есть ты заказываешь кучу посылок у разных продавцов, и они все это вместе кладут в одну, и ты не ходишь на почту за каждой фигнюшкой 10 раз. Это кожаные ремешки, очень полезная вещь. Из них можно делать кукольные ремни, вы просто
отрезаете сколько вам нужно, прицепляете пряжку и ремень готов. Тут у нас что-то побольше. О, это органза, легкая прозрачная ткань, и она переливается. Я брала, вообще это было нарисовано как зеленая с розовым, но, честно говоря, она зеленая с синим. Но я думаю, из этого что-то очень красивое можно будет сделать. О, господи. Это я точно не заказывала. Да что это? Это крючки для одежды. Очень маленькие крючочки. Их почему-то очень сложно найти в России. Как и маленькие кнопки. И их ценник вообще совершенно неприятен в российских швейных магазинах. Поэтому я заказываю кнопки и крючки всегда на Алиэкспрессе. Сначала даже не поняла, что это. Подумала, что за блестки, но на самом деле это очень-очень маленькая цепочка. Я использую такие для ремешков для сумок, например, или для украшений кукольных. Спасибо большое, что распаковали эту посылку вместе со мной. У меня огромное количество эмоций, мне хочется уже все открыть, все потрогать, но открывать буду вместе с вами.